В деревне Хомутово удалось обнаружить место закладки наркотиков, а вместе с ним и преступников. Поимка наркоторговцев осуществилась в ходе крупномасштабной совместной операции сотрудников межмуниципального управления МВД России «Щелковская» и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Задержанные ранее несудимая жительница Балашихи и ее 28-летний сын незаконно перевозили героин в крупном размере. В ходе проведения личного досмотра у задержанного 28-летнего жителя города Балашихи были изъяты банковские карты и денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, полученные им в результате распространения наркотического средства героин. Во время досмотра женщина добровольно выдала 16 фольгированных свертков героина общим весом 70 грамм. Задержанная также пояснила, что по месту фактического проживания также находятся незаконные вещества. Во время обыска сотрудникам полиции удалось обнаружить и изъять 115 пресс-пакетов с порошком и пластиковое ведро с наркотическим веществом. Общий вес составил 1300 грамм. Вы где-то официант трудоустроены? Я пенсионерка. Угу. А на что живете, чем зарабатываете? Ну, сдача квартиры. И пенсия. Вот эти вот деньги, которые были, вкладывала в бизнес. Деньги от реализации наркотических средств, правильно? Да. Вкладывали в бизнес? Да. А бизнес у вас где? В Королеве. Какой? Род деятельности? Розничная торговля одеждой. По данному факту Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228 прим. 1 «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотического вещества в особо крупном размере». В ходе наблюдения за местом закладки сотрудниками внутренних органов был замечен 40-летний мужчина, житель села Марфино Мытищинского района. Во время задержания сотрудники изъяли банку героина общим весом 300 грамм. Расскажи, за что задержали? Как здесь оказался? Вкратце. За закладкой приехал. Так, что за закладка, с чем? С героином. С наркотическим средством героина? Ну да. Я понял. Сколько ты должен был забирать? Не знаю. Задержанному теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Марина Позднякова, Валерий Жиглетель, радиокомпания «Щелково».